дивитесь програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв ранок у розпалі». А я пропоную вам все ж таки повернутися у світанок і пригадати, як ви відкрили очі після сну і дослухаєтеся до себе, до своїх відчуттів і до свого самопочуття. Сьогодні ми поговоримо про те, що може вам розказати ваша шия. І розшифрувати її послання допоможе наш гість Ігор Іваненко, реабілітолог-остеопат. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, що може нам сказати зранку наша шия? Ну, наверное, каждый из нас по утрам мог чувствовать какие-то неприятные ощущения в шее. И сегодня я хотел поговорить о том, как сделать ее здоровой. И не просто снять какую-то боль, а разобраться, почему это происходит. И если работать с причинами, то можно навсегда забыть об этих неприятных ощущениях. А які симптоми може свідчити про те, що з шиєю не все гаразд? Ну, во-первых, вот это как скованность по утрам, да, вот часто такие обращения, что вот не могу повернуть шею. И шея – это самый гибкий отдел позвоночника, и она обеспечивает питание и отток к самому важному органу нашего тела, к голове, да, к головному мозгу. Не дарма говорят, человек – голова, а жінка – шия. Так? Да. И поэтому от состояния шейных позвонков, от состояния мышц шеи зависит очень много, если не все в нашем теле. Отже, якщо важко повернути головою, або якщо відчуваєш якісь боліві відчуття в шиї, то це свідчить про певні проблеми. А які ж причини цих проблем? Ну, ще немножко про проблеми. Значить, є вот этот аспект питання, да? То есть, если есть напряжение в шее, кровеносные сосуды пережимаются, есть позвоночные артерии вообще проходят внутри шейных позвонков. И вот это сужение просвета сосудов, оно нарушает питание мозга. И вот могут быть головные боли, могут быть повышенное давление, потому что организм должен обеспечить питанием в первую очередь головной мозг. И если есть вот эти пережимы сосудов, он создает давление. И, значит, важно освободить сосуды, восстановить нормальный мышечный тонус. И вообще вот проблемы с лор-органами, да, щитовидная железа, ну, все, что у нас находится, зрение, все требует, значит, нормального кровоснабжения, нормального оттока, нормальной нервной иннервации. И все это может ухудшаться, если мы, значит, неправильно ведем себя, неправильное положение занимаем во время работы, да, и, не, ну, и мышцы не получают должной нагрузки, слабеют. Вот же причина в чем у этих проблем? Мы зрозуміли, что может быть непередбачивание и різноманітні больові відчуття, и даже підвищення тиску, людина намагається збити тиск, а треба все ж таки причину шукати, чому цей тиск піднімається. Ну, видите, как, если мы ведем вот такой образ жизни, сидячий в основном, да, мы все очень много сидим, и сидим неправильно. Вот, допустим, ногу на ногу ложим, да, или вот положение за компьютером занимаем. Вот мы бачимо на экране, как людина зазвичай сидить. Да. То есть, и вот уже неправильное положение таза, поясница. Прокомментуйте, как вот людина сидит. Да, видите, вот ноги должны быть на возвышении. То есть, это уже идет неправильное положение таза. В пояснице должен быть прогиб. И, видите, взгляд должен быть вниз. Ну, тут везде, где вот эти есть запрещающие знаки, это все неправильные моменты. Шановні глядачі, зверніть увагу на ось цю табличку, яку ви бачите на своїх екранах. І тут людина, яка сидить за комп'ютером, ось це ми з вами. Не робіть так, правда? Як робити треба, ми розкажемо вам далі. Але слідкуйте за своєю осанкою, щоб ваша шия була здорова. І не тільки, а з вашою шиєю і ви також. Да, очень
были физиологичные парты Эрисмана. Вот я еще помню в школе, значит, когда была наклонная поверхность, ноги были на подставочке, и учебник был тоже на подставке. Сейчас эти нормы не соблюдаются. И выход самый физиологичный, это сейчас вот все мои друзья и пациенты, мы переходим на, ну, рекомендую всем работать стоя. Працювати стоячи? Да. Для того, чтобы звільнити шию. Але это, тоді напружаться ноги. Это на самом деле более физиологичная позиция. Раньше, вот, например, Ломоносов, он все свои труды написал за конторкой стоя. И столы не применялись, и это вот как-то в последние несколько веков, потому что, ну, вы стоя, все равно вы не будете стоять, вы будете переминаться там, и нагрузка будет не такая уж большая. Но весь позвоночник, таз, поясница, грудной отдел, а следовательно и шея будут в правильном положении, не будут перегружаться. Це ми вже почали говорити про профілактику, проблеми з шиєю, так? І з іншими органами, які від шиї, від її стану здоров'я залежать. Які ще можна зазначити способи профілактики цих проблем? Тому що все ж таки краще не допустити, правда? З маличку треба опікуватися цим. Ну і другий такий фактор, який може привести до проблем, це неправильне положення в час сну, так? Вот часто можно увидеть, что очень высокая подушка у человека, да? Когда происходит сгибание большой шеи, то, ну, это уже просто механическое пережимание сосуда. И на боку тоже может неправильно человек лежать. Так, если людина навіть цілий день стоїть або ходить, все одно, якщо вона неправильно спить, все одно може постраждати шия. І висока подушка, м'якенька подушка допускається? Видя, в шейном отделе у нас есть физиологичный прогиб вперед, шейный лордоз. И вот желательно его, так, значит, соблюдать, вот этот прогиб. То есть, когда вы лежите на спине, под шеей подушка должна быть выше, чем под затылком. Вот именно как на вот этом предыдущем слайде. Вот. И на боку, и на спине человек лежит, видите, под шею идет возвышение, а затылочная часть головы, она в углублении. Отже, щоб шийка ваша також відпочивала, їй також потрібна частинка подушечки. Так, так. І це може бути навіть як і лічебний варіант. Ми можемо укладати під шею валік в такому положенні, щоб вся голова немного звисала і чуть-чуть касалась. Значит, кровати. А все ж таки, м'яка подушка повинна бути чи жорстка? Подушка должна быть комфортная для вас, чтобы вы не испытывали неприятных ощущений. И вот просто соблюсти вот это условие, чтобы под шею было возвышение, чтобы обеспечивался прогиб в шею. Отже, любителям высоких подушок варто подумати про здоров'я шиї. Да. Тому що от висока подушка – це однозначно неправильно. Що ще можна було б порадити щодо дітей? От, вони поки маленькі, вони ще не опікуються своїм здоров'ям, а живуть так, як їм зручно. Як можна з дітками попередити проблеми з шиєю? Вони багато пишуть, багато читають або за комп'ютером. Це такий, на самом деле, великий вопрос. Когда начинаются вот эти изменения в позвоночнике, как такое бытует мнение, что это происходит у детей, когда они начинают сидеть за партой. Но на самом деле эти проблемы начинаются гораздо раньше, во время рождения. Таз получает смещение, когда мы идем по родовым путям, происходит у всех подвывих шеи. И вот эти изменения, они с течением жизни усугубляются, напряжение накапливается. Поэтому важно вот проводить такую коррекцию. Вот то, что я делаю, это остеопатическая коррекция таза, ну и всего отдела всего позвоночника во всех пяти отделах, начиная от копчика до шеи. Ну что это единый орган, и вот важно его вначале привести в баланс, как бы устранить эти последствия родовых травм.
И потом, что касается детей, им нужно побольше, конечно, двигаться. То, что им надо, вот, ну, идеально, чтобы они заходили домой только спать. Ну и дорослым також, мабуть, більше рухатися. Ну, конечно, и вот та наша жизнь, которая сейчас, она не позволяет это сделать. И тогда нужно вот просто заниматься профилактикой с помощью физических упражнений. Тоже в нашем центре на занятиях по физкультуре мы это, значит, обучаем людей, своих пациентов. И потом, после вот этой коррекции, выполняя регулярно физические упражнения, можно улучшать свое здоровье и постепенно выйти на тот уровень, когда уже это никогда не будет беспокоить при условии регулярных систематических занятий. Ми можемо дати нашим глядачам якісь конкретні поради, що вони мають робити, якщо відчувають якісь болі в шиї, чи голова крутиться, чи щось подібне? Да, ну, є дуже хороший спосіб, как устранить вот эти все неприятные ощущения, боли, скованности, онемение рук. То есть нужно восстановить нормальный мышечный тонус. Мышцы в шее очень непросто устроены. И есть группа мышц под затылком, которые вот напрямую влияют на состояние нервной системы и кровеносных сосудов. Мы можем побачити такую иллюстрацию яскраву. Да. И они очень часто имеют напряжение, так называемые триггерные точки. То есть это мышечные, вот это вы можете наблюдать, мышцы, которые отвечают за повороты головы. Короткие мышцы, которые крепятся к затылочной кости и к шейным позвонкам. И вот напряжение практически у всех есть в этой зоне. Вы можете вот так рукой довольно-таки нащупать, довольно прилично нужно надавить и с одной и с другой стороны проверить, вот, насколько у вас здесь болезненность. И можно найти... На каждую кисточку треба натиснуть, под так? кисточкой, то есть есть затылочная кость, так. И к ней крепятся мышцы. И вот вы прямо прижимаясь пальцем к кости и соскальзываете под нее, на мышцу. Отже, доброго ранку всем. Працюємо із своєю шиєю, налаштовуємося на добрий день. Да. Так? Масажуємо. И вначале надо вот исследовать. Обычно с какой-то одной стороны, чаще всего с правой стороны, напряжение будет больше. Но так как вот сейчас мы сидим, у нас шея напряжена, это сделать сложновато, потому что мышцы напряжены, и лучше их исследовать в расслабленном состоянии. Это как-то можно облокотиться, чтобы максимально расслабить, а идеально это сделать лежа. Если мы відчули, что десь напружені м'язи. Да, вот хочу обратить внимание на вот, вот этот феномен триггерных точек. Это происходит из такие уплотнения мышечные, когда мышечное волокно, ну, оно напрягается, расслабляется, и вот некоторые волокна могут не расслабиться. И образуются вот такие прямо узелки в мышцах, и вот здесь вот под затылком и в шее их очень много может быть. Ну, ничего здесь... себе. Что маємо робити в такому випадку? Да, вот здесь на картинке грудино-ключично-сосцевидная мышца, здесь тоже она очень часто напряжена, и вот можете исследовать вообще всю шею на предмет вот этих уплотнений. И тогда вы, найдя вот эту, она всегда будет болезненная, и, ну, возможно, вы не почувствуете такую прямо, ну, если запущенный случай, может быть, это выглядит как плотный такой шарик небольшой. И тогда нужно прямо вот в этой точке сделать до 10 массажных движений, 10 желательно. И они должны быть определенной, чтобы получился эффект расслабления и приведения мышцы в нормальный тонус. Нужно определенной боли придерживаться. И если взять 10-бальную шкалу, то эта боль должна быть на уровне 7. Если вы будете очень легко массировать на уровне 5, там, меньше 7, да, то эффекта не будет. Если вы будете сильно больно делать, больше 7, будет хуже. Отже, 10 масажных рухів, всього-навсього 10 масажных рухів. И добрый ранок вам забезпечено. Да, но это и вот вам, на, и вашей на одной точке, но их может быть много. И желательно вот все пройти, но это будет занимать не больше 5 минут.
Дякую вам за корисні поради. Я думаю, що кожен зараз із наших глядачів замислився про стан здоров'я своєї шиї і його наслідки. І зробив масаж, і з радістю, і в гарному настрої, і в доброму гуморі, і з чудовим самопочуттям вирушає далі у своїх справах або залишається із нами. А ми далі. Дякую, Ігоре, і приємного вам продовження дня.